Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! Это канал Benzo Trash, и мы продолжаем делать наши видеообзоры. И сегодня будем рассматривать очень хорошую болгарочку от фирмы Temp, модель MSHU 850-125. Упакована наша болгарочка в картонную плотную упаковку с ярким таким дизайном. Цена от 20 до 30 долларов, где-то в таких пределах вы можете ее приобрести. Итак, технические характеристики. Диаметр диска 125 мм, мощность 850 Вт, вращение диска 11 тысяч оборотов в минуту. И, как всегда, пришло время открывать, смотреть на комплектацию и обязательно включим ее. Открываем. Так. Самые приятные моменты. О, только открыл и сразу пошел запах. Так, ну что ж, здесь у нас комплектации. Первое, что мы видим, это инструкция. Инструкция полностью на русском языке. Перечень болгарок, представленных фирмой Temp. В инструкции также есть фотографии этих болгарок. Так что, если вы приобретете эту и захотите потом еще увеличить, допустим, диаметр диска, то здесь есть и 180, и 230. Вот. Также здесь есть инструкция по разборке. Полностью разобрали нашу болгарочку. И если вы захотите сами ее отремонтировать, я думаю, что это не составит вам большого труда. Так, что ж, очень плотная, полная и отличная инструкция. Давайте отложим ее. Так, ну и что у нас здесь? Мы сразу попадаем нашей болгарочки. Давайте достанем ее. Так, отодвинем нашу упаковку. Так, положим. Вот такая красавица. Та-дам! Очень хорошо выглядит. Так, сейчас мы к ней вернемся. Что у нас есть здесь еще? У нас здесь есть рукоятка. Вот такая для нашей болгарки. Положим сюда. Также у нас есть защита. Вот, диаметром 125 мм для кружков, для дисков наших. И также у нас есть ключ. Вот такой ключик. Ну, так выглядит хлипковато, но на самом деле его достаточно. Так, все, больше у нас в упаковке ничего нету. Давайте отложим ее. И, наконец-то, начнем рассматривать нашу болгарочку. Вес 2 килограмма. Кабель. Кабель у нас очень толстенький, плотный, около 2 метров. Вот, действительно хороший кабелек. Не силиконовый, но ничего страшного. Болгарка удобная, небольшая. В руку ложится хорошо. Здесь вот у нас литой алюминиевый редуктор, фиксатор шпинделя. Кстати, давайте мы, наверное, снимем. Вот в комплектации у нас идут две гаечки. Снимем вот их, потому что мы будем включать нашу болгарочку, чтобы у нас потом они не отлетели. Также вот в нашей болгарочке использовали шариковый подшипник, а это очень хорошо, увеличивается срок работы, а значит и долговечность инструмента. Качество пластмассы просто замечательное. Просто супер. Ощущение, вот, что она даже немножко так блестит, а это всегда говорит о хорошем качестве пластмассы. Кнопка включения и выключения вот у нас находится сверху. Очень все просто. Нажимается и включается. Еще проще вот выключается. Видите, буквально одно касание, и наша кнопочка отлетает назад. Также у нас здесь находится щетка держателей. Очень легко добраться до наших щеток с двух сторон. Все просто. Кстати, вот я забыл вам показать. Есть у нас здесь коробочки. Вот я смотрю, вот наши щеточки. Давайте вот посмотрим, как они выглядят. Открываемся. Вот они. Вот такие щетки. Я их вот сразу не увидел. Обращаю ваше внимание. То есть в комплектации щеточки есть. Так, ну что ж, давайте мы, наверное, включим нашу болгарочку. Включаем. Подключили в сеть нашу болгарочку. И теперь давайте послушаем, как она работает. Да, очень мощная, я вам скажу честно, действительно. И звук хороший.
просто супер, я бы даже сказал. Кстати, вот я не сказал, что рукоятка у нас устанавливается в трех положениях. Слева, справа и также сверху. Очень удобно. Не у многих болгарок есть возможность установить рукоятку сверху, а иногда это необходимо. Так что это дополнительный плюсик для нашей болгарочки. Также я хочу сказать, что вот фирма Temp молодцы, защищают свой товар. Здесь у них есть код, по которому вы можете проверить, что ваш товар настоящий, а не какая-то подделка там или что-то в подобном роде. Могу сказать, что наша болгарочка может выполнять практически все работы по резке, шлифовке. Работает она со всевозможными материалами. Металл, бетон, кирпич, гранит. Также вы можете работать с пластмассой. И если есть моделька вот 125Е, она идет с регулятором. Вот если приобретете ее, то тогда вы можете работать даже по дереву. Главное, не забывайте, всегда об этом буду напоминать, покупайте соответствующие отрезные круги, диски к материалам, с которыми вы будете работать. Ну что ж, вот так выглядит наша болгарочка от фирмы Temp. Отличная, удобная и надежная. Цена соответствует качеству. Я надеюсь, этот видеообзор поможет вам сделать правильный выбор. Приобретайте, я думаю, вы останетесь довольны. А с вами был канал Бензотрэш. Подписывайтесь, ставьте лайки. А мы будем продолжать делать наши видеообзоры для вас. Удачи и до новых встреч!